Ну что, привет, мой дорогой друг. С тобой я, Зазепа. Я тебя поздравляю с Новым годом, с наступающим, с наступившим уже. Вот. Я понимаю, что, скорее всего, это видео посмотрит не так уж много людей, но я тебе скажу так. Посмотришь его ты, и посмотрят еще те люди, которые действительно смотрят мой канал и не пропускают ни одного моего видео. Это вот то, что я вот успел собрать за этот небольшой промежуток времени. И на самом деле я хочу сказать большое спасибо тебе, что ты у меня есть. И хочу пожелать тебе в наступающем новом году, в 2023 году, успехов, счастья. Достигай своих целей. Вот, как я вот пытаюсь, понимаешь, продвигать свой канал как-то. Я очень сильно замотивирован это делать. Так вот и ты. Не бросай и доделывай все до конца. Никогда не слушай еще тех, которые говорят тебе, что что-то у тебя не получится. Я тебе отвечаю, если ты будешь этим заниматься серьезно, конкретно, то у тебя все получится. Просто не отступай от своих целей и иди до конца. Мы никогда не знаем, что с нами произойдет в будущем, через полгода, через год. Все, что мы имеем, это наше настоящее. И вот, это наше настоящее определяет наше будущее. Так что, если ты хочешь, чтобы у тебя было все хорошо, в новом году, в следующих годах, на протяжении всей твоей жизни, держись за свое настоящее и меняй его в лучшую сторону. Не сиди на жопе ровно, и тогда все будет хорошо. Удачи, мой друг. Увидимся на моем канале в следующих сериях. Пока и с Новым годом!